Знаете ли вы, что если Балаковец собирается переезжать из города, он может получить деньги на проезд и на оплату съемного жилья? Такая программа действует в Центре занятости населения и направлена на то, чтобы безработный гражданин мог трудоустроиться в любом населенном пункте Саратовской области. Это не муниципальная программа, как некоторые иногда понимают, что возьми деньги и уезжай из Балакова, да? Это совершенно не так. Эта программа областная. Для того, чтобы воспользоваться данной программой, не обязательно стоять на учете в Центре занятости. Поучаствовать в ней может любой безработный гражданин, который нашел официальную работу в пределах области и арендовал жилье. В качестве компенсации он может получить оплату стоимости проезда к месту работы и обратно в размере фактических расходов. Для этого предоставляется оригинал билета, а также оплату найма жилого помещения, тоже по фактической сумме аренды, но не более 16 500 рублей. Естественно, для подтверждения того, что ты переехал там, и нашел работу, центр занятости представляет соответствующие документы. Приказ о приеме на работу, трудовой договор, то есть это можно по почте выслать. Нам назад его документы подтверждают, что снимал жилье или переезжал, оплачивал проезд. Эта программа направлена на стимулирование трудовой мобильности граждан внутри региона. Но несмотря на то, что подъемные средства не помешают при переезде, почему-то мало кто пользуется этой возможностью. К примеру, за весь прошлый год только 4 человека обратились в центр занятости. Может, о данной услуге мало кто знает? Для уточнения информации вы можете позвонить в Балаковский центр занятости по номеру 32 61 89.